В отражении зеркал только лучшие танцевальные па и гимнастические этюды. В дворовом клубе «Сталкер» появились специальные зеркала для занятия хореографией. Давнюю мечту детей и педагогов исполнили новотрубники. Подробности у Таисии Пономаревой. От гимнастики и растяжки к танцам и пируэтам. В этом зале девочки готовы часами заниматься любимым делом. После капитального ремонта здесь установили специальные зеркала. По словам танцовщиц, яркий современный интерьер лишь усиливает желание танцевать. Но честно, вот без зеркал было очень как-то пусто, и комната казалась слишком маленькой. Когда появились зеркала, комната, она как бы вот как будто расширилась, стала больше и поуютней. Стало как-то приятнее. Все хочется и больше заниматься и развивать в себе это дело. Развивать таланты много проще, когда для этого созданы условия. В зале хореографии ребята изучают несколько направлений танца. От классики до хип-хопа, от народного до стиля вакинг. Зеркала на стене танцевального зала позволяют танцорам видеть в полный рост не только себя, но и соседей. Так легче держать общий ритм и согласовывать движения с партнерами. А хореограф контролирует процесс и вовремя исправляет ошибочные движения. Я уже вижу каждого ученика, и уже ученик может сам посмотреть на меня и сравнить себя, как-то подправить что-то. Здесь им легче сообразить уже. Они видят себя, они чувствуют себя, и они уже по ощущениям, если зеркало убрать, они уже по ощущениям начинают исполнять любой элемент. 10 специальных зеркал для зала хореографии клубу «Сталкер» подарил Первоуральский новотрубный завод. На протяжении многих лет предприятие оказывает всестороннюю помощь учреждениям дополнительного образования. На днях зеркала появились в танцевальном зале «Вересовки». При этом ПНТЗ поддерживает не только творческие направления, но и спортивные. Уже 10 лет длится наш проект возрождения хоккея и футбола дворового. Нам новотрубный завод помогает формой, педагогическими кадрами, построил 3 корта. Так что мы давным-давно плодотворно сотрудничаем. Своим шефам юные танцоры «Сталкера» преподнесли творческий подарок. Новотрубникам передали картину, сделанную своими руками. Таисия Пономарева, Евгений Шилов, служба народных новостей.